Добрый вечер, дорогие друзья. Наш сегодняшний выпуск посвящен теме фич в Фейсбуке. Я недавно для себя открыл вот эту возможность все сделать с фичами. И, в общем, это очень интересно. В данном случае мы имеем видеосъемку с фестиваля в Эстонии. Называется «Эстонские дни музыки». Сложно сказать, 11-й год. И это пьеса, специально написана для фестиваля «Эстонские дни музыки». Мы видим волшебный состав, который, как правило, играет мою музыку. Вот именно такой состав был тогда. Влад песен у нас не так часто бывает, но, тем не менее, тоже бывает. Это наш любимейший человек. Начинаем смотреть музыку. Пьеса называется «Different Brooks». История такая, что я в 91-м году ездил в горы, в Таджикистан. Это я ездил в Самарканд. Мы с Сергеем Роговым, таким известным музыковедом, и его мамой, главным тренером сборной альпинизма Советского Союза Руфиной Арефьевой, мы ездили в Самарканд и далее в горы, в Фанские горы. Иван Боганцев, не даст соврать, там совершенно потрясающе, в этих Фанских горах. Это Таджикистан, это довольно высоко, и там был лагерь, собственно говоря, лагерь альпинистов, которые смотрели наверх и ни о чем не разговаривали. И мы при этом лагере жили тоже, и в какой-то момент мы перешли через перевал, целый день шли наверх и вниз, и пришли в волшебную, называется Алаудинская долина. Это место, в котором тысячи озер горных соединяются друг с другом, и ручьи перетекают из одного в другой. И одновременно в каждой точке слышно 5 ручьев или 6. Я позже дам фотографии. А сейчас мы начинаем слушать музыку «Разные ручьи» «Different Brooks». Thank you.
Thank you.
Таким образом, мы просмотрели вместе с Facebook фичами. Я не знаю, как это сказать по-русски. Фича. Как это? Переведите мне в комментариях. Спасибо большое. До встречи.